Помогите, дайте денег. Девочка, что случилось? Моя мама сильно заболела, ей нужно лекарство, а у нас нету денег. А сколько тебе нужно? 3000. Держи 5000. Купи своей маме лекарства и больше тут не стой, хорошо? Хорошо, спасибо, дядя. Эй, ты же за лекарства деньги просила. Мне кажется, или я поправилась? Неужели ты заметила? Я задолбался врать друзьям, что ты беременна. Я даже тебе абонемент на фитнес купил. Зай, мне кажется, или я поправилась? Ты гонишь, что ли? Ты наоборот похудела. Ты самая худая на этой планете. Зай, мне кажется, или я поправилась? Конечно, поправилась. Еще бы чуть-чуть, и мы бы с тобой точно расстались. Зай, мне кажется, или я поправилась? Нет, родная. Да ладно, скажи честно, я ж чуть-чуть пополнела, да? Нет. Да ладно, не бойся, я ж набрала пару килограммчиков, да? Нет, конечно. Говори правду, ты же мой муж, я же не буду на тебя обижаться. Ну, если честно, чуть-чуть. Муж еще называется, сам ты жирный, понял? Дождешься от тебя хорошего слова. Понимаешь, да? Давай. Хоп! Ма, в натуре лошара снова. Ты куда кидаешь? Давай, давай, кидай. Давай, изи! Ссылается на то, что якобы я неправильно подкинул. Лови, родная, а не жди. Хоп! Hello, darkness, my old friend. А узнать легенду свою мадлу, ё-моё! У тебя прямо в рот, ты лови его, ты не жди. Не ешь, давай! Да, это была подача на вылет. Радуйся, Наоми, но еще... Ты что, опять ставки ставил? Я просто смотрел. А что ты так нервничаешь? Заткнись, а. Я уже устала молчать. Где наши деньги, которые мы на машину копили? Сейчас будет. Что ты делаешь? Сначала все деньги проиграл. Скоро мы вообще без дома останемся. Может, ты меня проиграешь? Что ты вообще несешь? Малыш, ты дома? Не надо было подниматься ради этого. Все, давай, спускайся быстрее. Блин, классно вчера посидели. Может, сегодня повторим? Сегодня вечером. Ты куда смотришь, дебил? Ты вообще знаешь, сколько эта сумка стоит? Извините, девушка, я не хотел. Глаза разуть надо было, понятно? Слепой, что ли? Да блин, какой-то. Вот, зай, держи. Да не надо было, родная, ты же рядом со мной. Нет, надо. Больше не оставляй меня одного, хорошо? А ты соскучился, что ли? Конечно, родная. Уф, ключи от машины оставила дома. Походу, придется обратно возвращаться. Вечером на
Лёш, мы вообще в Доминикану полетим? Ура, я пошла собираться. А тебе эти шорты положить? Угу. Слушай, может я вообще одна полечу? Угу. Блин, батарейка села. Малыш, где зарядка? Малыш! Блин, а где мои деньги? О, зарядка. Зачем ты сюда кидаешь? Зачем ты сюда кидаешь? Голову вот сюда кидай, вот сюда. Давай теперь ты закинь. Давай. Оп. О, почти. О, почти. О. Ё-моё, родная. Почти забила же, что такое? Почти забила. Всё, теперь сама будешь убираться, я пошел. Ты будешь убираться. Ты же не попала. Я нормально, я нормально подкину. Блин, ты капец поправил. Блин, ты капец похудел. У тебя со зрением проблемы или ты узкоглазый? Ассаламу алейкум, Раджа. Привет. Дима, мы на неделю уезжаем. Можешь, пожалуйста, присмотреть за нашим котенком? Да, конечно, я люблю котят. Блин, что-то кушать захотелось. Блин, а ты в жизни, если честно, намного красивее. Спасибо. Это моя давняя подруга. Подыграй мне мужа, пожалуйста. Ладно, ладно, окей. Привет, привет. Я смотрю, у тебя тут парень появился. Вообще, это муж. Вообще-то я полгода замужем, и мы недавно вернулись с Италии. А мы купили дешевые билеты на авиасейл и собираемся скоро в Дубай. А мой мне шубу подарил недавно. А мне XS Max. А мы вчера шопились на 1 миллион, и он мне разрешил сделать грудь. А мой муж мне дал пароль от телефона, от карточки и любит мою маму. Я на такое не подписывался. А ты мне уже и не нужен. Спасибо всем за то, что пришли на мои курсы по Инстаграму. Я не ожидал, что вас будет так много. И сегодняшняя важная тема, которую мы разберем, это как набрать много лайков. Может, кто-нибудь из вас знает? Можно я? Мне кажется, ты хочешь ответить? Отвечай. Нужно проводить денежные розыгрыши. Хороший способ, но это устарело. Нужно делать селфи, показывать свои прелести. Эй, казах пузгой, ялмайсин ба? Нужно снимать челленджи. Ну да, неплохо, но это временное занятие. Нужно сказать, базару нет, вы все хищники, но охотник-то я. Ну, тебе же не 12 лет. Нужно делать фото с яйцом и выложить. Правильно, молодец, вот все, учитесь у нее. Привет, подружка! Ты же не говорил, что ты придешь? Ты дома убралась? И пыль протерла? И посуду помыла? И кушать приготовила? Еще и постирала? Еще и в моей одежде? Еще и с моим мужем? Ты мусор не выбросила, я сейчас сама выброшу. Ой, привет, привет. А ты чё одна без мужа? Да я мужа с подругой дома одних оставила.